Привет, это снова я, узнали. Рубрика «Внезапный хейт». И моя постоянная, наверное, уже рубрика «Я ненавижу службы доставки и почту». Что-то пошло не так, никогда не было, и вот опять. Я являюсь постоянным клиентом официального сайта «Клоранс». Я очень люблю «Клоранс». Серьезно, я очень люблю именно официальный сайт. Там постоянно скидки, там постоянно какие-то подарки. Никогда не было такого, чтобы не было какой-то приятной акции или какого-то купона, что, например, там купи на 3000 рублей и получи там миниатюру, и еще миниатюру, и еще миниатюру, еще 25 миниатюр в подарок. И всегда радовала доставка и именно сервис. То есть все было шикарно упаковано, все доставлялось даже раньше. Мне звонил потрясающе смешной курьер, один и тот же все время. И даже бывало такое, что я не жду, а он звонит и говорит: «Ой, а я вот тут там, давайте завезу». И если я была, например, не дома, он подвозил туда, куда мне надо было. Прям шикарно, то есть все было шикарно до сегодняшнего дня. Даже, вернее, до 3 дня назад. Я не знаю, какая была доставка, какой доставкой пользовался Клоранс в Санкт-Петербург до этого, потому что, ну, проблем не возникало, я не интересовалась, да? Тут, значит, мне приходит сообщение 3 дня назад, что ваш заказ будет доставлен по такому-то адресу, по-вашему, с 9 до 18 ожидайте. Курьер с вами за час свяжется. Ну, окей, хорошо. Мы сидели дома, ждали курьера. Никуда не уезжали, ну, не уехали там. Я рядом там по магазинам ходила, чтобы за час успеть вернуться домой. Он мне так и не позвонил. И не приехал. На следующий день с утра опять мне приходит сообщение, что курьер к вам приедет. Тут я как бы уже думаю, ну нет, надо что-то сделать, наверное. Позвонила по телефону, это Pony Express. Позвонила по телефону Pony Express, долго висела на этой ветке ожидания. Мне предложили для того, чтобы скорее решить мой вопрос, связаться с ними через чат-бот, который у них находится на сайте, на официальном. Я думаю, ладно, хорошо, сначала поговорю. Я дозвонилась, меня перенаправляли 50 раз, и когда я дозвонилась наконец-то до какой-то женщины, которая решила со мной поговорить, она, знаете, что сказала? Она сказала: «Что-то мы тут все заняты, вы нам не могли бы перезвонить?» Я перезвонить им. Что? То есть, ну, обычно, если они не могут ответить, по крайней мере, вот с кем я там связываюсь, да, с такими серьезными компаниями, они говорят, что мы вам перезвоним, мы решим вам ваш вопрос и вам перезвоним. Ладно, хорошо. Я потерпела еще. Сегодня с утра мое терпение снова лопнуло, потому что они мне даже не прислали сообщение о том, что курьер приедет. Я, значит, решила через чат-бот действовать. Я написала там: «Здравствуйте, тыры-пыры», описала проблему, свой адрес, номер заказа. Мне стал печатать оператор Сергей. Было написано: «Печатает оператор Сергей». Оператор Сергей печатал какую-то что-то, значит, 7 минут. Через 7 минут мне пришло сообщение, знаете какое? «Здравствуйте». И все! Он больше не стал печатать! Что? Я стала звонить еще раз им туда. Когда я с ними созвонилась, она мне сказала, что со мной свяжется... Мы решим, типа, вашу проблему, и с вами свяжется курьер. Курьер мне так и не позвонил. Это было вчера, да, вчера она мне обещала, что курьер перезвонит, курьер мне так и не перезвонил. Сегодня она сказала, что мы не даем номер, я говорю: «Дайте мне номер курьера, я с ним свяжусь». Мы такую информацию не даем. Я говорю: «Хорошо, пусть мне курьер позвонит». Он вам позвонит за час до того, когда он привезет вам ваш заказ. Я говорю: «Так а когда он привезет мне мой долбанный заказ? Третий день я уже сижу дома и жду его, а его все нет». И она повесила трубку. Она просто повесила трубку. Pony Express, вы там охерели? Ну, серьезно, ладно, я выполнила все свои обязательства, у меня оплаченный заказ, я подождала сутки, курьер не приехал, я подождала вторые сутки, курьер не приехал, на третьи сутки я связываюсь, говорю вам всю информацию, и вы бросаете трубки и горите как бы в аду вместе с плохими отделениями Почты России, потому что это не сервис, это какая-то херня. У нас, значит, 21 век, а мне не могут отдать мой оплаченный заказ, который уже 3 дня просрочен. Я очень недовольна. Я очень недовольна. При этом Клоранс, я так понимаю, вообще ни при чем. Я с ними связалась, я как бы вошла, значит, по обходному пути. Я написала в Инстаграм Клорансу, что при этом у меня там переписка с ними такая: «Ой, спасибо, у вас чудесный сервис, мне очень понравилось. Спасибо, вы так классно быстро доставили, там тыры-пыры». И тут вдруг: «На! На!»
Три дня, не получи ничего, сиди дома. Солнце светит, а ты сиди дома и жди долбанного курьера, который как бы даже не соизволит сообщить о том, что он не приедет. В общем, Клоран сказала, что они свяжутся и... свяжутся, видимо, с Пони Экспрессом, потом свяжутся со мной. Я очень надеюсь, что Клоранс более адекватные люди там сидят и дорожат своей репутацией. В общем, к Клорансу претензий никаких, они котики и чудесные люди. А вот Пони Экспресс что-то как-то это... Видимо, там пони сдохло, хвост облез. А, прям вот, фу! День испорчен, короче. Поеду, поем. А вам вот дня хорошего. Пусть у вас такого не случится. Пока!